Два цветочных патруля расположились в центре города Покровска и при въезде в него. Так, инспекторы ГИБДД в Хангаласском улусе поздравляли всех женщин-водителей цветами и теплыми пожеланиями накануне праздника. Акция уже стала традиционной. Сотрудники госавтоинспекции останавливали только автоледи под предлогом проверки документов. Растерянные дамы поначалу не понимали, в чем же дело, а затем облегченно улыбались, узнав истинную причину их остановки. Не используя какой-либо заготовленной речи, инспекторы желали счастья, здоровья и напоминали о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают укреплять доверительные отношения между полицией и обществом в деле обеспечения общественной безопасности. Ваша первая мысль, когда вас остановили? Испугалась, конечно. Я же ничего не нарушала вроде. А когда вот вручили цветы? Конечно, я очень рада. Вы когда-нибудь на такую акцию попадали? Нет, впервые. Помоги. Помогите, у вас была первая мысль такая. А потом, когда вот вручили цветы? Очень приятно. Побоялась. А потом, когда вот вручили цветы, поздравили? Да, приятно очень.